Праздничного концерта, посвященного пятилетию школы игры на гитаре имени Вадима Стройкина. И первыми гостями у нас сегодня выступит Шангин трио, которое раньше было Шайтан. Но Шайтана они из группы выгнали наконец-то. И в группе теперь у них остались Александр Шангин, Александр Евладов и мой полный тезка Евгений Иванов. Кстати, ведущий сегодня вечера тоже Евгений Иванов. И сейчас мы услышим две композиции. Thank you.